Всем привет! Несколько дней назад на канале я показала видео, где распаковываю эту красивую орхидею. И как оказалось, у нее есть проблемы. На внутренней стороне листа липкие капельки, а также на листах была обнаружена паутина и укусы от насекомых. Поэтому сегодня я буду ее обрабатывать от вредителей. Что же я буду делать? В первую очередь я возьму дегтярное мыло, наберу сюда воды, сделаю мыльную водичку и этим раствором промою все листы. Теперь я протру орхидею еще раз простой водичкой, чтобы смыть с листиков мыло. Почитала советы, которые мне оставляли под прошлым видео, посмотрела ролики на YouTube, почитала в интернете, также посоветовалась со знающими людьми. И мне посоветовали приобрести препарат Актара. Вот такой. Он у меня в жидком виде. Здесь 1 мл, который необходимо разводить на 10 литров воды. Ну, для меня это очень много, 10 литров воды. Мне реально нужно, наверное, максимум 1 литр. У меня есть вот такой распылитель. Так, сейчас будем разводить. В общем-то, что я сделала? Я уже надела перчатки для безопасности, вскрыла ампулу, которая здесь была. Вот она такая. Вот. Выдавила оттуда буквально 2 капли, потому что у меня дозатор идет на литр. Поэтому я выдавила 2 капли, хорошенько все перемешала. И сейчас буду обрабатывать нашу орхидею. Так, наверное, надо все убрать отсюда, чтобы химия не попала. И будем обрабатывать. Обработать необходимо листики сверху и снизу. Так, у меня очень крупная струя, я чуть-чуть подкручу. Так, не в эту сторону. О, отлично. Так, сверху.
Все, растение у нас полностью обработано. Сейчас я его оставлю так постоять на некоторое время. Землю я уже проливать не буду, я и так вижу, что кора увлажнилась. Но верхний слой так точно. Здесь вижу, есть сухой корень. Его сразу обрежу. Он нам все равно не нужен. Ой, он вообще сухой. Вот так пусть. Оставлю орхидею так постоять на некоторое время. Через неделю я проведу еще одну обработку растения этим же препаратом и обязательно покажу вам, что у меня получится. И даже если не получится, все равно это покажу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!